Друзья, всем привет! Сегодня на моем канале будет небольшой обзор. Ко мне пришла очередная посылочка с вкусняшками для карповой ловли. Вот что там пришло, я вам сейчас покажу. И еще после этого будет следующее видео о том, как я готовлю карпа. У меня есть уже на канале, как я его готовил, но оно сделано в виде слайд-шоу. Сегодня будет это полноценное видео. Ну, как говорится, я его не только готовлю, я его сначала ловлю, а потом уже готовлю. Сам поймал и сам приготовил. Так что вот такие вот пироги, друзья. Давайте сейчас мы посмотрим, что мне пришло с Алиэкспресса. Но посылка это из России, из Краснодарского края. У них я уже заказывал. Посмотрим, что они мне еще раз прислали. Итак, дорогие мои, вот он этот пакетик. Сейчас мы его вскроем и увидим, что нам пришло. Ну, запаковано, в принципе, неплохо. А пришли нам вот такие вкусняшки. Это флоу попапчики, 14 номер. Здесь они еще с жидкостью в тюбичке. Это у нас вкус чеснока. И вот еще одни такие попапчики, тоже флоу. Это у нас медовый вкус. И вот такие тонущие бойлы со вкусом ананаса. Это все от магазина Карпамания. Вот такие вот бойлы. Это вот бойлы, вот таким они цветом. Ну, сейчас мы откроем попапчики, посмотрим, мягкие они у нас или нет. Я специально взял с собой вот такую иголочку насадочную. А, ну, в принципе, даже иголкой можно не пробовать. Они у нас мягенькие. Вкус, конечно, запах обалдеть. Да, чтобы они не твердели, я потом сюда укладываю обыкновенный фасовочный пакет целлофановый. Вот. И они тогда меньше подвержены затвердению. Так. О, чесночок прям супер. Думаю, карпику это вообще нравится. В общем, запахи бесподобные. Рекомендую, друзья, к покупке. Ну, бойлики мы открывать не будем. Ну, давайте откроем, понюхаем, в принципе. Вот плохо, что попапчики вот без такой крышечки. Здесь вот еще крышечка помимо такой. Ой, пахнут прям мягкие, хорошие. Друзья, на карпа будет вообще бомба. И что, ну что, друзья, давайте подытожим наше видео. На рыбалку я уже съездил. Хотя, конечно, ждал вот эти приманки, чтобы съесть на рыбалку. Но я думаю, что я съезжу до отпуска, скорее всего, еще раз за карпиком. И испробую все вот это, свои новинки, которые мне пришли. Уже когда будет тепло, думаю, будет неплохой улов. Так что всем всего хорошего, всем ни хвоста, ни чешуи, и до встречи на водоемах, дорогие друзья. Всем пока-пока.
Итак, друзья, вот такое небольшое видео о моей посылочке с Алиэкспресса. А мы сейчас идем жарить карпа. И жарить мы его будем в казане. На гарнир у нас будет картошечка. И будет она тоже жареная в казане. И все, как это будет, вы увидите это в моем следующем видео. Обязательно смотрите. Это будет очень вкусно. Карпа я уже в казане жарил. На моем канале видео нет, но есть слайд-шоу. Сегодня же будет все более подробно, как я все это делал. Так что смотрите, не переключайтесь. Будет интересно и очень вкусно. И все, а мы пошли жарить карпа.